Учебный год в Казахстане планируют увеличить на 2 недели. Министерство просвещения выставило на обсуждение уже 3-й нормативно-правовой акт, который предусматривает сокращение каникул. В проекте приказа министра просвещения говорится о сокращении зимних каникул на 2 дня, весенних – на 3. А дата окончания учебного года и вовсе не прописана. В министерстве сегодня отказались давать какие-либо комментарии, но в пояснительной записке к проекту приказа значится, что дополнительные 2 недели к учебному году позволят сократить количество уроков в день. Кроме этого, появится больше времени на изучение сложных тем, и ученики меньше забудут за лето материалы, пройденные в предыдущем учебном году. Однако нововведение вызвало резкий протест родителей. Ранее они уже добились, что летняя школа стала не обязательной, а по желанию. Сейчас вся проблема в том, что нам качество образования пытаются заменить количеством нахождения наших детей в школе, количеством дней. Вот и все. Я считаю, это нецелесообразно. Я считаю, что даже введение вот этих 2 недель не оградит нас от того, что мы как пользовались услугами репетиторов, так и будем ими пользоваться.